Моя коллекция наушников. Это подделки. За них вернули деньги. Это тоже. За $10 или за 12. Но сейчас мы будем сравнивать эти наушники от Xiaomi. Где подделка, где оригинал. Вот это оригинал. Это подделка. Вот сразу видно, что они различаются по надписям. Вот это глобальная версия. Так все вроде бы выглядит по-честному. До тех пор, пока их не откроешь. То есть даже визуально видно от. В оригинале ничего не дюфтит. Все открывается хорошо, ничего не болтается. То есть китайских что-то все там как-то болтается. Все это совмещено. В оригинале такого нет. Оно там сидит прям как и должно. Так, внешняя подделка ничем не отличается. Ну, кроме как дизайн видно, тут такой более овальный, на подделках такого нет. Так, сравним надписи. Это оригинал. Это подделка. Видно, на оригинале больше всего написано. На подделке такого нет. Ну и главное отличие, когда вы нажимаете долгий тап по кнопке сопряжения, на подделке ничего не происходит, на оригинале при долгом нажатии срабатывает режим сопряжение. И потом вам нужно подключить телефону. Видео о разборе этих наушников я опубликовал. Можно разобрать и открыть диск, вот если вам прислали какие-то не такие наушники. И также на оригиналах производится проверка по QR-коду, который сфокусировать, который указан на проводе. Вот это вот оригинальный провод с QR-кодом. И по нему можно на официальном сайте проверить подлинность наушников. Но что-то у меня это не заработало.